Благотворительное культурно-зрелищное шоу «Предел прочности» провели в Гомеле. Мероприятие приурочили ко Дню защитников Отечества, а все собранные средства от продажи билетов передали на лечение ученицы гимназии номер 71 Анастасии Юрченко. Сейчас ни для кого не секрет, что рестлинг – это постановочный вид спорта, где каждый прием заранее оговорен между соперниками и прописан сценарий. Таким образом, травматизм сводится к минимуму, а бои больше походят на шоу с элементами боевого искусства и театрального мастерства. В Гомеле прорестлинг развивается уже несколько лет. В боях участвуют и мужчины, и девушки. Очередное шоу провели на базе городского центра культуры на передвижном ринге. В 5 матчах сразились участники из Гомеля и Москвы. Все собранные от продажи билетов средства было решено передать на лечение ученицы гимназии номер 71 Анастасии Юрченко. Все, что со стороны с нашей, то есть организация, именно вот привоз ринга, участников, доставка их сюда, то есть проживание, это все с нашей стороны, то есть наша организация. И ГЦК предоставляет бесплатно также площадку, то есть и все средства, полученные от билетов, то есть мы на никаких расходных частей не берем, мы все эти средства перечислим в поддержку девушки. Напомним, 23 ноября с Настей Юрченко случилась беда, ее сбила машина. 15-летняя девушка перенесла несколько сложных операций. Лечение, уход и дальнейшая реабилитация требуют колоссальных затрат. У семьи таких денег нет. Участники спортивного шоу решили не оставаться равнодушными к этой проблеме и поддержали девочку.